С давних времен выделялись из толпы самые высокие люди, ведь высокий рост для каждого на подсознательном уровне считается красивым, чем-то удивительным, вызывает восхищение. Из поколения в поколение люди стремились увеличить свой рост, люди делали прыжки, бегали, тянули друг друга, но так и не могли понять, в чем секрет высокого роста. На Земле живет 7 миллиардов человек, каждый из которых обладает индивидуальными визуальными способностями, одной из которых является рост. Почему кому-то удается достичь 2 метров в высоту, а кто-то не преодолевает и отметки 150 сантиметров? Начнем с того, что главной причиной увеличения человека в длину является соматотропин, или попросту гормон роста. Именно он увеличивает скорость удлинения кости и в детском, и в юношеском возрасте. Существует легенда, что дети растут именно по ночам, что в принципе недалеко от правды, ведь пик данного гормона действительно приходится на ночное время суток, через несколько часов после засыпания. Кстати, когда вы находитесь в утробе своей матери, концентрация соматотропина настолько огромна, что превосходит в сотню раз его состояние даже в подростковом возрасте, что и дает вам возможность вырасти до внушительных размеров довольно за короткий срок. Дефицит гормона роста, происходящий в большинстве своем по причине проблем с гипофизом, приводит к значительным физиологическим отклонениям. Речь здесь не только о небольшом росте, но и сопровождающими недугами, заболеваниями, самым распространенным которым является гипогликемия и, попросту говоря, пониженное количество глюкозы в крови, что во время приступов требует незамедлительного поступления сахара в организм. Важно будет отметить, что недостаток соматотропина встречается и у взрослых, но он выражается уже в плохом качестве костей, пониженной массой тела и даже с проблемами памяти. Вместе с тем, на данный момент с помощью гормональной терапии возможно побороть данный недуг. Но стоимость годового курса может доходить до 50 тысяч долларов. Если говорить о высоких людях, то никаких сложностей в плане здоровья они не имеют. Если, конечно, не говорить о таком диагнозе, как гигантизм. Он вызывает непропорциональное развитие тела, а жизнь этих людей порой крайне непродолжительна по причине неприспособленности внутренних органов и костной структуры к таким размерам. Важно будет отметить, что на рост человека прямым образом влияет образ жизни его предков, доступность полноценного питания и качественной медицины. Именно поэтому в развивающихся странах заметен постоянный прирост тела. Вы удивитесь, но еще в каменном веке средняя продолжительность жизни едва превышала 20 лет, а рост древних людей был редко больше 1,5 метра. И кстати, ваш рост в течение дня может меняться на несколько сантиметров в результате движения межпозвоночных дисков, а максимальный свой показатель вы можете измерить в первые минуты после просыпания. А вместе с тем, если захотите еще немного подрасти, то отправляйтесь в космос. За счет невесомости ваше тело увеличится на 5-10 сантиметров, но это кажется временным эффектом, да и к тому же уменьшает прочность позвоночника. Именно поэтому, когда космонавты возвращаются на Землю, их частенько выносят на руках, на носилках. На облик человека может влиять и его положение в обществе. И еще в древнешумерских текстах, которым исполнилось вот уже 5,5 тысяч лет, говорится, что люди высокого статуса отличались от простолюдинов и более высоким ростом. В 19 столетии разница между аристократами и обычными горожанами была официально задокументирована. Представители высшего общества опережали своих современников из низких социальных слоев примерно на 20 сантиметров. Сегодня такая разница в росте уже не так очевидна. Кстати, почему мы к вечеру становимся меньше ростом? Виновата в этом эволюция. Из-за прямохождения наш позвоночник каждый день испытывает колоссальные нагрузки. Под весом тела межпозвоночные диски деформируются, из-за чего к вечеру позвоночник становится немного короче. Тот же механизм срабатывает и в старости. После активной фазы роста человек начинает буквально уменьшаться. С течением времени
были люди, которые создавали методы, изобретения, способы, чтобы увеличить свой рост. И давайте же углубимся немного в эту тему и проанализируем все то, что существует на сегодняшний день. Мы рассмотрим самые знаменитые способы, и рассказав свое мнение о каждом, я сделал вывод, насколько можно увеличить свой рост с закрытыми зонами роста с этим методом. Начнем с первого. Анатолий Палько. Этот дядька создал не одно изобретение, которое увеличивает рост. Получил на них патенты, создал свою школу роста. Его метод основан на растяжке позвонка, и занимаясь на его тренажерах, вы в любом возрасте сможете увеличить свой рост. Он имеет магазин, где продает свои тренажеры. В общем, дядька молодец. Но теперь перейдем к обратной стороне. Даже имея патент, эти тренажеры не помогут вам вырасти навсегда. Они лишь дают временный эффект. И чтоб результат сохранился, вам придется всегда заниматься на них. Вот, и сбросили себя вниз. Опа. Так, еще разочек. А это не страшно? Ну, нельзя сорваться с этого? Нет, нельзя сорваться. Тут все предусмотрено, так сказать. Здесь уже... Если только не сейчас... Оп! Да что ж так? Далее медицина к методике Палько относится скептически. Доктор-физиолог Валентин Сонкин в ноу-хау Палько разглядел давно известную методику стрейчинга – разновидность йоги. Она популярна сейчас на Западе в фитнес-клубах. Мой вердикт, используя его метод, вы увеличиваете свой рост где-то на 2 сантиметра, если у вас закрыты зоны роста. Если открыто, то больше. Следующий в нашем списке идет Александр Берг. Суть его методики такова. Он утверждал, что в каждом человеке есть скрытые резервы. Его слова значили, что увеличить рост можно не только после 25 лет, но и после 30. Методика Берга заключается в физических нагрузках и психоэмоциональных тренингах, которые в совокупности должны прибавлять не только сантиметры к росту, но и уверенность в своих силах. Проще говоря, вы занимаетесь какой-то йогой. Если у кого-то есть какие-то вопросы, выдыхать через нос, а медленно через рот. Моя страница ВКонтакте. Обращайтесь, прошу. Предел с закрытыми зонами роста, на мой взгляд, это 2 сантиметра. Мирза Карим Нарбеков является автором большого количества оздоровительных комплексов упражнений, призванных решить ту или иную проблему. Одна из методик направлена на увеличение роста в домашних условиях, которая помогла многим людям вернуть здоровье и была принята эффективной Международной ассоциацией независимых медицинских экспертов. Давайте рассмотрим ее. Уберите из рациона соль и делайте упражнения на растяжку из йоги под медитативную музыку. Что я могу сказать про этот метод? Блин. Как насчет попы? Попу мыть, нужно каждый день. Это тот же Берг, только казах. Да, согласен, если исключить соль из рациона, это довольно неплохая фишка. И она действительно работает. Поэтому давайте еще один балл прибавим ему. Метод Нарбекова при закрытых зонах роста может набрать, помочь вам, 3 сантиметра. Дальше в нашем списке оказался профилактор Евминов Вячеслав, автор уникальной методики профилактики и лечения болезней позвоночника. Изобретатель. Создал специальный тренажер под названием «Доска Евминова». Создать свой метод его натолкнула собственная беда с позвонком. Ему нужно было делать операцию, но врачи сказали, что исход будет 50 на 50, и он отказался от операции и занялся самолечением. Создавая, изучая свое тело, он выполнял упражнения на позвонок на наклонной плоскости. И пройдя этот путь, создал метод исцеления позвонка, но и также тренажер, который поможет увеличить рост. Какие выводы я могу сделать по его методу? Ну, во-первых, дядька и вправду молодец, так как смог сам себя вытянуть с такого состояния. Во-вторых, он сам же честно, прямо на главной странице говорит, что его метод лишь вытягивает позвонки. Увеличить свой рост вы сможете лишь на 3 сантиметра. Дальше в нашем списке разместился американец Ланс Уорд и его канал Grow Teller Guru. Боже, сколько же шумихи он понаделал со своим методом, роликами и питанием. В чем же особенность его метода? Он в своей программе роста продвигает высококалорийное питание для постройки массы и роста тела. Типа, чем больше еды, тем больше элементов для постройки тела. Растяжки для позвонка, вис на турнике, приседания, бег на скорость, велосипед, становая тяга, скакалка. В общем, все, что Ланс видел, все добавлял в свою программу.
Почему я скептически отношусь к его методу? Во-первых, его результаты вызывают сомнения. Фотографии так себе, до и после. Высококалорийное питание для подростка еще ок, но для взрослого мужика как это поможет? Разве что массу набрать, да. Езда на велосипеде каким образом поможет взрослому человеку? Становая тяга, 100 приседаний, что? Как это поможет росту? В общем, я ему ставлю 2 см к росту при закрытых зонах роста. Следующий идет древнеславянский тренажер. Правило. Еще в 5 веке до нашей эры сам Гиппократ лечил заболевания опорно-двигательного аппарата этим способом. Этот тренажер вытягивает рост на 1-3 сантиметра, лечит позвонок, делая тебя сильнее, и много-много всего еще вы можете найти про это чудо-средство. Ставлю ему 2 сантиметра при закрытых зонах роста. Следующий идет Вячеслав Алексеевич Лонский, тренер по прыжкам в высоту, сенсей следующего нашего героя, создатель собственного метода по увеличению роста. Его метод заключается в правильном питании, беге, наклоны, вис на турнике, прыжки в высоту, растяжки, плавание, занятия баскетболом, скатывание с горки, растяжка тела в разные стороны с помощью жгутов 5-10 минут. Все это вызывает доверие и правда даст вам рост. Но сам Лонский утверждает, что его метод для тех, у кого открыты зоны роста. Поэтому я ставлю 3 см при закрытых зонах роста. Следующий в нашем списке – это ученик Лонского, олимпийский чемпион СССР, писатель, человек, сумевший вырасти по методу Лонского с 16 лет со 165 см до 19 лет до 187 см – Рустам Ахметов. Его метод – игра в растущего человека. В принципе, это тот же метод его тренера, но немного со своей философией. Отличие лишь в том, что человек должен как будто играть в игру каждый день в течение 24 часов и делать постоянно что-то, что будет способствовать росту. Также он внес коррективы. Это сон в растяжках. Лонский говорил, что делать 5-10 минут это упражнение, а Ахметов решил это модернизировать и спать в босоножках и всю ночь. И вроде, казалось бы, все идеально. Программа довольно хорошая, но есть моменты, которые вызывают противоречия. Ну и давайте же соберем все существующие на сегодняшний день способы увеличить рост. Это всяческие растяжки, прыжки, закаливание, принтерский бег, плавание, стельки для роста, массажи, уколы гормона роста, аппараты Елизарова, всяческие тренажеры, медитационная музыка для роста, я даже такое находил. Ну и самое главное, это правильное питание. Ну и перед тем, как рассказать, что действительно работает, давайте же немножко углубимся в мою историю. Меня зовут Сергей, и до 18 лет я хотел иметь высокий рост. Но бороться с этой проблемой я даже не думал, потому что я думал, что я и сам вырасту и буду высоким. И когда я заканчивал 11 класс, я был почти самый маленький в классе. У меня был рост 168 сантиметров. Согласитесь, когда ваши одноклассники по 185, по 190 сантиметров, это просто для меня был удар по самолюбию. В общем, ему назрело бурное желание увеличить свой рост. И я сделал так, я выписал существующие на сегодняшний день способы, которые действительно должны помочь. Что я начал делать? Я просто сутками пропадал на турнике, можете вот сами посмотреть, что я творил. Также я делал спринтерский бег, всяческие растяжки, это был берг, нарбеков, и я реально думал, что это поможет. Делал по 200 прыжков в день, старался еще осанку держать всегда прямой, чтобы, знаете, типа не горбатиться. Типа это тоже дает рост, я не знаю, почему я так думал. Старался делать постоянно потягуши, и самое главное, я кушал очень много, ну старался. Хоть и эктоморф, я, конечно, круто набирал, но при этом ел я очень сильно, думаю, что я вырос при всяких соутил, потом там натирал их, с утра вкрывал, натирал в блендер, который есть, соковыжималка. Занимался я так 2 года, до 20 лет. В итоге я смог увеличить свой рост на 3 сантиметра. Я очень сильно психанул, все это нафиг бросил, и мой рост опять уменьшился до 168, то есть как и было. И я узнал, что все-таки у меня уже были закрыты зоны роста, поэтому я не мог вырасти. То, что вот это я занимался, в принципе, было бесполезным. То есть как бы я ни занимался, это лишь давало временный эффект, а я хотел именно реально увеличить свой рост, чтобы у меня кости стали больше. Я не мог смириться с тем, что я навсегда останусь в таком росте.
Я просто был категорически с этим не согласен. И я начал еще больше рыть все в интернете, причем настолько вот прям жадно все искать, вот этот самый способ заветный, как же все-таки увеличить свой рост. Структурировал для себя все, что может реально помочь, что не может. И на тот момент это была операция Елизарова или стельки. Стельки для роста, которые вы знаете, пихаете в обувь вот так. И потом вы типа выше ростом становитесь. Ну, опять же, это самообман, понимаете, да? Но и то мне вообще никак не нравилось, не подходило. Это было не мое. И я реально не мог поверить, что в 21 веке нету способа реального, чтобы увеличить рост. Вот его тело, не ног, там еще что-то. А именно вот всего тела, в общем. И тогда я начал свои поиски заново. Я начал изучать такие науки, как физику, химию, анатомию. Узнал о таких вещах, как сила притяжения. То есть, смотрите, например, человек весом 75 килограмм на Земле. На Луне он будет весить 12,4 килограмма из-за слабой силы притяжения. Поэтому он может высоко прыгать, у него там рост увеличивается, вот у космонавтов, на 10 сантиметров. Так это моментально, понимаете, происходит, то есть там настолько вот межпозвоночные пространства у них увеличиваются. А если бы человек жил на той планете, вот особенно с рождения, он бы реально был великаном. Ну то есть 1.3 метра это точно, потому что вот представьте, насколько у него идет рост вот это межпозвоночных пространств, то есть у него нету того, чтобы его давило. Он был бы пипец каким высоким на любой планете, где сила притяжения. Также я узнал, что соль и сахар очень сильно вредят росту. И то, что за их дозировками нужно следить. Узнал, какие продукты хороши для роста, какие плохие. Также я узнал очень интересные вещи. Факты такие, что человек в любом возрасте может увеличить свой рост, оказывается. Возьмем, например, массажистов, баскетболистов. Те, кто занимается своими вот деятельностями, да, всю жизнь, у них удлиняются пальцы, например. Вот у массажистов, у баскетболистов. Потом у бойцов нередко удлиняются ноги, когда они занимаются этим всю жизнь. У человеческого организма предусмотрено удлинение конечности или утолщение, если в этом есть жизненная необходимость. У ударников, например, у них одна рука длиннее другой, то есть если они привыкли именно с конкретной руки бить. Это зафиксированные факты, есть такое, то есть это адаптация организма. Также есть куча примеров, например, с теми же зубами. Казалось бы, зубы, все, они навсегда, если они коренные, но их исправляют легко, любой прикус брекетами. Брекеты реально исправляют любой прикус, вот какой бы ни был, даже самый гадкий, отвратительный. Женщины, которые, знаете, вот это с кольцами ходят, я еще в самом главном ролике на ютубе это намекнул. То есть можно даже с помощью колец увеличить свою длину шеи. Потом есть такой тип, как Роберто, который увеличил свой половой орган тоже за счет грузиков. То есть организм адаптировался под то, что он делал. Он эти грузики носил, увеличивал свой орган. В итоге, узнав всю эту информацию, я понял, что я близок к истине и все-таки увеличить рост возможно. Мне просто не хватало каких-то идей, пониманий, что же нужно мне делать. И как-то вечером так получилось, что я сидел, смотрел на фотографии старых пыток, ну вот случайно так наткнулся на это, и смотрел фотографии, как вот людей четверили. И пролистывая вот эти фотографии, у меня в голове начали созревать какие-то флешбеки появляться. И мой кубик Рубик в голове начал собираться. И тут я очистил сознание, достиг высшей точки просветления и эволюционировал. Поздравляю, сэр. Вы создали новый элемент. Ну а теперь поехали. Когда мне было 22 года, и я набрал свой рост со 168 сантиметров до 180, то есть 12 сантиметров за год, я понял, что этот метод работает, и это что-то нечто. И я делился этим способом бесплатно в интернете, в Инстаграме, в ВК, знакомым своим. Я просто хотел узнать, будет ли это работать не только на мне, но и на других. Я уже 2 года назад проверял свой метод на девушках, на людях с карликовой болезнью, на мужчинах старше 40 лет. И уже в тот момент замечал, что она работает. И я не хотел делиться своей методикой, однако многие просили в комментариях,
чтобы я рассказал свой секрет. В моем основном ролике, если вы могли заметить, я уже дал подсказку, как работает мой метод. Но многие восприняли это как несвязанный бред. Как работает мой метод? Если вы могли заметить, что в старости у старых людей, даже у мужчин, обвисают уши, обвисают щеки. Это не просто так. Это все из-за того, что вокруг нас действует огромная сила притяжения. Именно из-за нее в старости мы можем стать ниже ростом. Но также мы можем и направить эту силу притяжения в нашу пользу и стать ростом выше. Итак, соединив все это, мы получаем наш уникальный метод. Нам понадобятся любые приспособления в нашем доме, которые могут нас завязать, связать. Это может быть любой ремень от халата, любой шнурок. Это могут быть эластичные бинты, жгуты. Также нам понадобятся, это очень важно, полотенца. И то место, где вы спите. Дальше привязывайте себя к кровати с двух сторон, так, чтобы создавалось натяжение. Ложимся на спину, и все, мы растем. Итак, какие же варианты кровати бывают? Существует 5 типов кровати, где мы спим. Первая – это кровать с ножками. Вторая – это там, где идет сплошняком доска. Третья – это диван с разными конструкциями по краям. Четвертая – это пол. Пятая – это диван, где снизу просто нету ничего, пустое пространство, и приспать не к чему. Давайте же разберемся, как крепить каждому из этих видов кроватей. Если у вас кровать с металлическими решетками, как у меня, то вы можете прикрепить так, как это делаю я. У меня здесь один эластичный бинт. Вы же можете использовать что угодно, если у вас нет бинта. Наша цель – завязать два конца к металлическим конструкциям. И главная наша задача – это подобрать нужный размер длины, чтобы мы могли потом закрепить наши ноги. С первого раза, если не получится подобрать длину, ничего страшного, всегда можно откорректировать. Если вы используете спортивный плоский жгут, то как его завязать, я тоже показал. Принцип завязки в принципе одинаковый. Главное это оставить в конце для наших ног петлю нужного размера. Если у вас кровать с ножками или с пустым пространством, то вы можете закрепить ваши веревки весом книг, или как в моем случае гирями, а сверху кроватью, так как на видео сделал я. Если у вас нету ни гирь, ни книг, вы можете использовать между кроватью и бинтами что угодно, другое с вашего дома. Если у вас кровать идет снизу сплошняком или если идет доской, как у меня, то вариант только прижимать весом кровати. Я лично в упор положил бинт, поднял кровать и ногой подтолкнул бинт под доску кровати и после весом кровати зажал бинт. Если вы уже про в этой теме или вам легко спать с одним слоем, то вы можете завязать бинт в два слоя. Как это сделал я. Так, ваша натяжка будет сильнее. Вам просто можно взять 3-метровый бинт, сложить пополам и с двух концов завязать к нашей кровати. Дальше перейдем к рукам. Тут я решил использовать 2 бинта. Их я сложил пополам и завязал 3-м бинтом между собой. Потом добавил веревку от сумки, завязал и в итоге все это в такую конструкцию собрал. Дальше я 2 лямки для рук оставил на кровати, а конец прижал весом кровати. Либо же вы можете завязать лямки для рук в таком варианте.
как одевать, закреплять наши ноги. Натягиваем наш бинт или зажимаем одной ногой и держим дальше. Обматываем наши ноги хорошо полотенцами, чтобы не передавливала за ночь нас веревка. Дальше делаем как на видео. Если у вас жгут или веревка, разницы нет. Наша задача все сделать точно так же. Как одевать лямки на руки? Первым делом нужно на наши подмышки одеть или замотать полотенцами для защиты от давления веревок и более комфортного сна. После полотенец натягиваем наши веревки на подмышки, одеваем и готово. Если вы спите на полу, то варианты закрепления вы можете комбинировать. Можете с одного конца прижать чем-нибудь тяжелым, с другой стороны к чему-нибудь привязываем или тоже прижимаем. При таком сне вы уже спустя час проснетесь от дискомфорта. Но не пугайтесь, это нормально, что ваше тело требует перевернуться, просто оно шокировано от такого растяжения. Вам нужно перебороть себя и постараться поспать так хотя бы полночи. И так привыкать, пока не будете спать всю ночь. Ну а теперь мы ощущаем бешеное увеличение роста и растем. И так вам нужно спать каждый день, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, до тех пор, пока вы не достигнете желаемого результата. Этот метод уникален тем, что не тратит ваше дневное время. Он работает за вас, когда вы спите. Как помните, наше тело адаптируется к тому, что мы требуем от него. Хочет оно того или нет, мы заставим наше тело расти. Помимо натяжения в две стороны, также на наше тело действует большая сила притяжения. Хотите вы того или нет, но подпрыгнув вверх, вы вернетесь обратно вниз. Хотите вы или нет, но вы по утрам будете выше, чем вечером. Поэтому, хотите вы или нет, вы увеличите свой рост. Как и я, и куча других людей. Также не забывайте о силе самовнушения. Вот представьте, что вы положили в рот очень кислый лимон, и у вас начала вырабатываться слюна. Вот что может самовнушение. Дальше, делая этот метод, наше тело, понимая, что оно растет, начинает задействовать гипофиз, из-за которого наш рост начинает идти пропорционально. Руки, пальцы, все идет пропорционально. А наши кости за счет насильных микротравм будут брать нужные ферменты для постройки костей из вашей еды. Но это лишь половина этого метода. Вторая половина – это то, из чего мы будем строить наше тело. То есть это питание. Питание у нас должно быть таким. Кушайте 4 раза в день. Достаточно обычной еды, которая... Это могут быть макароны любые, там мясо, котлеты, курица, салаты. Самое главное дальше это выпивать 2 литра воды в день. Это прям как зубы почистить, это очень важно. Вот без воды, мы состоим из воды, это вот не будет роста, это очень важно. Это, понимаете, это как в качалке. Без питания, то что вы качаетесь все это до одного места. Нам нужно будет питание. Также желательно в свой рацион, это по желанию. Можете добавить еще рыбий жир с аптеки, такие капсулы. Также очень важно будет из своего рациона убрать соль и сахар.
не вообще, то есть пускай в пище оно будет, но старайтесь, например, вы чай пьете, убрать сахар, не ложить. Еду старайтесь не солить, то есть уберите максимально соль и сахар из питания. То есть это вам даст тоже хорошо к росту, поверьте. Я понимаю, что тема питания очень нудная и неинтересная, поэтому давайте пойдем дальше. Итак, как должен проходить ваш день каждый день? Смотрите, вы поспали в жгутах или в бинтах. Обязательно, когда вы встали, сделайте потягуши, растянитесь. То есть, какая-нибудь растяжка из йоги хорошая, она действительно хорошо дополняет, она помогает. Она помогает для того, чтобы вы себя целый день потом хорошо чувствовали, более так прямым. Парочку каких-нибудь хороших упражнений на позвонок. Я советую вот эти вот. Выполнение этих упражнений займет у вас всего 5 минут в день, а результат гарантированно будет у всех. Первое упражнение подготовительное. Делаем на статику примерно 1 минуту, можно с небольшим отдыхом. Лягте на живот и вытяните руки вдоль туловища. Прижмите ладони к бедрам, это упражнение укрепит продольные мышцы позвоночника, также живота и ягодиц. Второе упражнение. Скатайте из полотенца или ткани тугой валик. Он должен быть длиной более 40 см и толщиной приблизительно 7-10 см. Ложитесь на валик так, чтобы он оказался под поясницей, под пупком или на 1-2 см выше. Проведите указательными пальцами линии по обеим сторонам от пупка до полотенца, чтобы убедиться, что он находится в нужном месте. Слегка разведите ноги и соедините большие пальцы вместе. Они должны касаться друг друга, а пятки находиться на расстоянии примерно 25 сантиметров. Заведите прямые руки за голову и поверните их ладонями вниз и соедините мизинцы. Внимательно следите за тем, чтобы большие пальцы ног и мизинцы на руках соприкасались. Находитесь в таком положении не менее 5 минут. Тянитесь в противоположные стороны руками к одной стене, ногами к другой. По схеме 40 секунд тянетесь, 20 секунд отдыхаете. И так далее, пока не пройдет примерно 5 минут. С каждым разом перерывы на отдых желательно уменьшать. Упражнение постепенно вернет скелет и внутренние органы в естественное положение. Многим такая поза покажется неудобной. Если вначале вам трудно полностью распрямить руки, не переживайте и вытягивайтесь как можете. Главное, убедитесь, что мизинцы на руках совмещены и большие пальцы ног тоже, и находятся на одной оси. Однако есть ряд заболеваний позвоночника, при которых подобные позиции выполнять попросту нельзя. Если есть болезненные ощущения, то лучше проконсультироваться с врачом. Кому-то это упражнение помогает уменьшить боли в спине, ну а нам оно прежде всего полезно тем, что помогает распрямить спину и вырасти. Завершать упражнение нужно очень аккуратно, без резких движений. Хорошего вам роста, друзья! Смотрите, дальше за день вы должны поесть 4 раза. И когда уже снова наступает ночь, собирайтесь спать, вы ложитесь, одеваете все на себя и спите обязательно, вот как будто зубы почистить, в жгутах или в бинтах. Итак, что же лучше выбрать? Жгут, веревку, эластичный бинт или ремень от халата? Давайте отталкиваться от финансов. Если у вас нету средств или не имеется в доме эластичных бинтов или жгутов, то делайте из того, что есть дома. По своему опыту скажу, что на первых порах, пока вы не привыкнете, лучше использовать, если у вас есть на то финансы, жгуты или эластичные бинты. Во-первых, они мягкие, приятные, и много их не понадобится. Они продаются в любой аптеке вашего города. Цена у всех по-разному, ну в среднем это 120 рублей за один моток. Сколько же штук для начала вам нужно покупать? Сказать, конечно, трудно, так как у всех кровати разные. Но в среднем вам понадобится 3 эластичных бинта по 3 метра. 2 на руки и 1 на ноги. На этапе, когда вы уже привыкнете спать в бинтах всю ночь, я бы посоветовал переходить к следующему уровню, это жгуты. Либо большее количество бинтов добавить. Жгуты должны быть плоскими. Выглядеть они должны вот так. И продаются они в любом спортмагазине вашего города. Их цена варьируется в среднем от 100 до 300 рублей за моток. Перейдем к следующему вопросу. Как лучше спать, на подушке или без? Это, кстати, очень частый и правильный вопрос. Скажу, что доказано, из поколения в поколение нужно спать с подушкой. В случае с нашим способом, связанным с ростом, тут кому как удобнее, разницы в принципе нету. Но, что бы там ни говорили, подушка очень нужная. А на вопрос, можно ли спать без нее, нельзя ответить однозначно. Конечно же, вы можете спать и без нее,
на досках, на камнях, на что, на чем угодно. Главное, чтобы вам было удобно, но спать без подушки это не полезно. Также, влияют ли тренировки с весом на ваш рост? Давайте отталкиваться от фактов и практики. Возьмем людей, например, с детства, которые занимаются тяжелой атлетикой. Такие как Кирилл Сарычев, Михаил Кокляев, Дуэйн Скала Джонс и много-много других примеров. И какой же вывод мы можем сделать? То, что если вы занимаетесь в спортзале и хотите одновременно увеличить свой рост, то делайте это. Вам ничего не помешает тому, чтобы вы выросли. Следующий вопрос. Можно ли нам увеличить свой рост, например, таким способом до 3 метров? Отвечу, что нет. Как бы это вам объяснить? Ну вот смотрите, возьмем, к примеру, наши мышцы. И когда мы занимаемся в спортзале, качаем их, у нас понижается миостатин. Это та штука, из-за которой мы генетически не можем быть огромными при рождении, как накачанный бодибилдер любой. Видели когда-нибудь такую собаку накачанную? Вот, это из-за того, что у нее очень сильно пониженный миостатин. И она, не качаясь, ничего не делая, имеет огромную внушительную массу с мышцами. Такой же принцип аналогии я могу вам привести с ростом. При таком сне идет растяжка тела, но это в какое-то определенное количество времени. На нас работает сила притяжения, растяжки. У нас постепенно включается наш гипофиз, и мы снова растем. Но генетически, как бы мы ни хотели, мы не можем так прострелить нашу генетику и перешагнуть через нее, чтобы мы достигли роста там 3 метра, даже с этим способом. То есть, смотрите, например, когда мы занимаемся в спортзале, качаясь, мы все-таки понижаем количество миостатина, и мы все-таки можем со временем раскачаться очень даже неплохо. То же самое и с ростом. Мы можем прострелить нашу генетику, но до определенной поры. Мы не можем так бесконечно расти до нереальных высот. В принципе, вот мой ответ, что я по этому поводу думаю. Следующий вопрос. Как уснуть, когда вы делаете сон в жгутах? На самом деле это очень тяжело, потому что наше тело физиологически привыкло переворачиваться, гонять кровь. И если мы будем залеживаться на спине, то у нас будет затекать все тело, в том числе ноги, плечи, руки. Но это лишь дело привычки. Зачастую бывает такое, что вы и без растяжек очень сложно засыпаете. Вот бывает такое, что то мысли какие-то гоняете в голове, то какие-то проблемы, то просто у вас бессонница, и вы не можете уснуть. И без всяких растяжек. Проблема не в этом. Дальше, если же у вас очень сильно тянет ноги, и вы из-за этого не можете уснуть, то вам, значит, нужно снизить натяжку, иначе вы можете передавить себе сосуды. Будьте с этим осторожны. Какой еще вариант я предлагаю для того, чтобы уснуть с таким способом? Попробуйте включить какой-нибудь интересный фильм или любую передачу, господи, что вам нравится просто. И вы постепенно, потихоньку уснете. Ну и самый крайний вариант, это, конечно же, какое-нибудь снотворное. Вы можете выпить какой-нибудь слабый пустырник, чтобы успокоить ваши нервы, уснуть. Или реально какое-нибудь хорошее снотворное, и все, проблем нет. Следующий очень частый вопрос такой мне поступал, это можно ли заниматься сексом, онанизмом, когда ты занимаешься ростом? Скажу сразу, что онанизм и секс очень полезны для организма. Это просто необходимо для нас, так как это помогает от бессонницы, успокаивает ваши нервы, стресс. В нашем теле, у мужчин именно, встроена такая функция, как система выплеска, грубо говоря, да? И нам генетикой заложено, чтобы мы постоянно делали оттуда выплеск, то есть нам это необходимо для того, чтобы не было застоев, не было простатита. Также, если вы будете один раз в день заниматься онанизмом или сексом, у вас пройдут угри. Если же вы будете воздерживаться от этого, у вас через время выплеснутся огромные проблемы в теле. И смотрите, вы даже если не будете это делать, вот просто специально, у вас сам организм это будет выплескивать, потому что он уже не будет воздерживаться от этого. Но это не значит, что вам нужно это делать постоянно. Одного раза в день достаточно. Если же вы будете это делать постоянно, то ваши почки просто охренеют. У вас просто тело не будет успевать вырабатывать эти ферменты, и вы охренеете. Поэтому лучше вот достаточно делать это один раз в день. Этого хватит.
Как спать с этим способом, если вы уже взрослый человек и у вас есть девушка или жена? В таком случае делайте как я. У меня тоже есть девушка, но я иду к своей цели. Я хочу достичь, например, 2 метров. Ну, это моя была всегда мечта. Вы можете сделать с ней все свои дела, какие вы хотите. Нацеловаться, наобниматься. Все. Дальше, когда вы спите, какая разница, кто в чем спит. Вы просто рядом с ней лежите. Одевайте это все и засыпайте. Все, нет проблем. Я ничего в этом такого не вижу. Следующий вопрос. Можно ли завязывать только ноги для того, чтобы удлинить конкретно ноги? Скажу так, можно. Но на это уйдет очень много времени, потому что нам желательно тогда как-то изолировать конкретно ноги. То есть я бы советовал придумать, как-то завязать ваш таз и завязывать ноги тем методом, который я показал. В принципе, тогда да, у вас удастся удлинить конкретно только ноги. Но я бы советовал увеличивать все тело. Если у кого-то какая-то проблема, генетически очень короткие ноги, то можете использовать конкретно изолированно только на ноги. Следующий вопрос. Сколько спать часов для того, чтобы метод действовал? Я же советую спать 8 часов. А вообще лучше, чем больше, тем лучше. Также вы можете, например, если у вас есть какая-то минутка дома, там, или вы фильм смотрите, лежите, не ленитесь, оденьте бинты, жгуты, положите себе подушку под голову и смотрите спокойно фильм. Ваше время пройдет не зря, вы посмотрите фильм и получите хороший эффект. Также, если же вы, например, спите очень мало, ну, к примеру, из-за работы вам нужно рано вставать, а ложитесь вы поздно, ну, ничего страшного. Пускай вы будете делать по чуть-чуть, но вы хотя бы хоть что-то будете делать. Результат все равно будет рано или поздно. Поэтому тут главное делать. Вода и камень точит. Что делать, если вы просыпаетесь без бинтов и жгутов? Это очень частая тема. Сейчас я вам покажу фишечку, как делаю я. Для того, чтобы не выскакивать ночью из них случайно. Ну, или сам организм так раз-раз и вытаскивается с этого. Такое тоже бывает. Сейчас вам все покажу. Смотрите. Следующий вопрос. Что делать, если прогресс остановился? Здесь я советую увеличивать количество бинтов, слоев, натяжки. Таким образом, у вас не будет адаптации организма и привыкания. Например, в спортзал вы приходите, да? Вы же не берете сразу 100 кг. Нет. Вы потихоньку увеличиваете веса и доходите до них через время. Тут то же самое. Нельзя сразу поставить себе 10 слоев и очень сильную натяжку на руки и на ноги. Нельзя. Поэтому, что советую я? Начните с малого, начните с одного слоя. Потом потихоньку увеличивайте их количество, натяжку. И тогда у вас будет всегда прогресс. Не сможет адаптироваться. Но самая главная фишка при этом. Ваша задача делать это постепенно, потихоньку. Так, чтобы вы могли всю ночь спать. Это очень важно. Если же вы поставили сразу... Только начали, блин, я хочу очень сильно вырасти, пожалуйста. Я сейчас делаю 3 слоя бинтов или жгутов, все. Я так быстро буду расти, что капец. Ну толку, ты их оденешь. И спустя 10-15 минут их уже снимешь, потому что тебе будет жестко больно. Твои сосуды будут не выдерживать. Твои конечности будут затекать. Зачем оно тебе нужно? Поэтому не нужно так делать. Лучше всего все делать потихоньку, постепенно. И так будет прогресс. Следующий вопрос. Увеличится ли длина пальцев, ступней, чего-то другого? Бывает даже такой вопрос задавали мне. Полового органа. Скажу так, насчет полового органа, что нет.
Я не знаю почему, но он не увеличивается. Насчет пальцев и ног, да, они будут увеличиваться у вас соразмерно вашему телу, так как они должны будут вырасти. Смотрите, у меня был размер ноги 42-й. Сейчас у меня стал 44-й. Мне пришлось сменить всю обувь через время. Потому что я изначально думал логически, что у меня вырастет конкретно позвонок и ноги. Но ступни и пальцы я не думал, что вырос. Но когда я начал замечать, что моя обувь становится маленькой, я понял, что увеличивается и размер стоп. Обув 44 размер, я понял, что мне как раз в упор. Из этого я могу сделать вывод, что вслед за вашим телом увеличиваются и пальцы, и стопы. В общем, все тело соразмерно, так оно должно быть, растет. Следующий очень частый вопрос. Можно ли пить или курить? Скажу так. Пить вообще нежелательно. Вы, конечно, можете это делать по праздникам, но этого лучше избегать. Что насчет курения? Скажу по себе, я курю с 18 лет, но я курю не каждый день. Я могу себе позволить там в день по одной сигарете. Я не заядлый курильщик, я курю в кайф. Мне, в принципе, не помешало это вырасти. Я бы не советовал вам ни пить, ни курить, но если у вас есть такая потребность, вы можете курить. Но делайте это максимально редко и не часто. Дорогой друг, если ты купил первый пакет, то ты можешь...